Всем привет, господа нажиманы. Помните, я вам недавно показывал нож от компании Reptilian. Вот такой вот красавчик кинжалоид, в котором есть чему подивиться. Но сегодня я вам покажу его собрата, который, я думаю, что удивит вас еще больше. Вот он тоже магистр. Если тот был магистр 021, то этот наоборот, магистр 012. И сразу, не отходя от кассы, предлагаю удивляться, и удивляться будем тому, как он сделан. Хотя чему тут удивляться? Оба ножа сделаны, вылизаны просто шикарно. Он сделан точно так же, как и его собрат, то есть два стальных лайнера, только сталь. Все по хардкору, как я уже говорил. Которые скреплены между собой через две бонки четырьмя винтами. И один точно так же держит клипсу. Клипса, опять же, которая не переставляется вследствие того, что на плашке здесь под нее сделана выточка. Но к клипсе вернемся чуть-чуть попозже. Посмотрите, как сделана рукоять. Точно так же шикарно, точно так же замечательно, как и на том ноже. Все грани, все заглажено. Везде, где надо, везде сняты фаски. Большие в подпальцевых выемках, в том числе и в этой, под большой палец. Под указательный в таком хвате. Фаски на плавнике и на подпальцевом упоре. Точно так же все сделаны. Насечки под большой палец для открытия. И точно так же в тон обработан вот здесь вот частично клинок. Так он весь будет засатинирован в тон рукояти. Рукоять имеет вот такой приятный матовый цвет. Такой ганметал я его всегда называю. Опять же, битбласт в нашем случае по-русски, что называется, пескострой. В общем, все точно так же сделано, как и в том ноже. Это снаружи. То же самое внутри. Он сделан точно так же. Одна из плашек рукояти облегчена, та, которая стоит напротив замка. Из нее выфрезеровано несколько таких вот больших неправильных отверстий, за счет чего нож, вероятно, облегчился, но не сильно. 181 грамм он весит при общей длине 235 мм и длине клинка 100 мм. Ровно. Хотя заявлено 102. Ну и теперь, господа нажиманы, вот чему вы уж сильно удивитесь, так это самому клинку. Если здесь сделан клинок кинжального типа, да, он типа кинжалоид, отлично гармонирует с вот этими вот ставками, там тамплиерскими крестами, вообще со своим названием, да, магистр темных сил, то здесь пошли на очень нестандартный ход. Для тех, кто не очень любит кинжалоида, предпочитает, ну или хотел бы видеть, в принципе, клинок вот такого форм-фактора, но все-таки который, в отличие от кинжалоида, на что-то способен, как нож, они, смотри, опа, сделали вот такой вот, господа нажманы, весьма нестандартный ход. Они сделали абсолютно точно такой же профиль клинка, то есть это прям один в один идентичный. Вот этот кинжалоид, просто они его сделали в форме вот такого вот кинжального дроппоинта, я его по-другому не назову. Со спусками от обуха, с сужающимся обухом, прям в такой колющий, но все-таки ломовитый кончик, вот такой вот прям вот такой вот дроппоинт. Вот так это все дело, да, все те же кинжальные упоры, все тот же хват, как бы предназначен у нас только для одного, но вроде бы нож, который должен резать. Ну как должен? В принципе, да, он, конечно, будет способен на несколько больше, сейчас вы видите, на что он способен, чем его собрат, но не ждите от него бритвы. Yeah.
вот так, господа нажиманы, вы сейчас видели собственными глазами, на что способно вот это крайне нестандартное решение. Я вам скажу, его способности были чуть-чуть ограничены сильно невнятной заводской заточкой. Если его переточить, дела будут обстоять намного лучше. И я вам скажу, что в принципе они обстоят намного, конечно, лучше, чем у вот этого вот чистого кинжалоида с 4-миллиметровым клинком и со сведением в целый 1 мм. Впрочем, от этого ножа больших способностей не ждите. Звезд с небес он не похватает. Потому что, опять же, тот же самый узкий кинжальный клинок, да, спуски от обуха, но спуски, опять же, от 4-миллиметрового обуха и сведен нож в 0,6. И где-то так, ну, практически по всей длине, лишь на самом кончике я намерил довольно-таки равномерно в 0,7 мм. Поэтому бритвой, увы и ах, он не станет. Но если вы все-таки хотите нож, и при этом, ну, нож а-ля кинжалоид, такой красивый, приятный глазу, стилизованный именно вот под такого вот магического убийцу, то вот вариант, к которому стоит присмотреться, и к нему же стоит присмотреться еще вот по какой причине. Да, вы заметили, наверное, отличие. Он сделан, ну, более фешенебельно, я бы сказал. Если здесь сделаны вот эти вот вставки из G10, то здесь вот эти вот более, скажем, строгие такие вставочки, они сделаны из карбона. Вот этот нож, да, вот именно этот нож больше подойдет шефу вскрывать письма, а вот этот ножик его секретарше. Вот этот вот более зело лакшери, вот так бы я сказал. Ну и еще что можно сказать под конец, вот так вот можете их сравнить, посмотреть, как они классно все сделаны, все ровненько, идеально, все одинаково, самое главное в обоих ножах, посмотреть на замок у этого ножа. Он сделан точно так же, как на собрате, вот такие вот неострые, плавные насечки, просто идеально сделаны. Отлично фрейм заходит на пяту клинка стальную. Единственное, что можно сказать еще по этому ножу, по его клипсе, она точно такая же стальная, точно такая же злая, как и у его собрата. И точно так же для того, чтобы одеть его на карман, на особенно на толстый карман, надо будет воспользоваться второй рукой. Ну что, господа нажиманы, вот такой вот крайне нестандартный нож с крайне нестандартным решением я вам сегодня показал. Он также удивляет, как его собрат, и на мой взгляд, он удивляет еще больше. На этом у меня все. Как всегда, оставайтесь на канале, подписывайтесь, смотрите новые обзоры. Всем удачи, как всегда, всем пока.